Команда президента выиграла 10-е республиканские соревнования по хоккею среди любителей. В финальной серии она была сильнее сборной Минской области. Сегодня на льду Чижовка-арены соперники провели второй матч. Подгоняемые переполненными трибунами, хоккеисты демонстрировали классный хоккей. Матч прошел в упорной борьбе. Победители пропустили первыми, но в итоге обыграли соперников 9-4. Счет в серии стал 2-0, и титул юбилейных соревнований достался команде президента.